День защиты детей отмечают и в таких взрослых организациях, как, например, Управление Федеральной налоговой службы по Чувашии. На этот раз уроков налоговой грамотности для ребят не проводили, просто устроили им праздник. Дети всегда остаются детьми. Для счастья им, как правило, многого и не нужно. Новая игрушка, добрый мультик, вкусная конфета. Но самое необходимое – внимание взрослых. Сотрудники налоговой службы по Чувашии – сами родители и знают, как надо отмечать День защиты детей. На них присутствует свыше 200 детей, сотрудников, наших работников в возрасте от 4 до 11 лет. Мы подготовили для них праздничное мероприятие большое. Это и анимационная программа, и фестиваль рисунков под девизом «Дети – цветы жизни», и показ мультфильмов, и развлекательная программа, и чаепитие. Только в Управление Федеральной налоговой службы пришло около 30 ребят. Руководители УФНС присматриваются к ним и как к будущим сотрудникам. Но многие из них взрослеть не торопятся. Конечно, лучше быть ребенком, потому что не надо заботиться о ком-нибудь. Можно просто прийти после школы, сесть на диван и смотреть телевизор. В канун Дня защиты детей президент России объявил о новом социальном проекте «Десятилетие детства». Это еще один повод задуматься о том, как живется ребятам в современном мире и чем мы, взрослые, можем и должны им помочь. Татьяна Филатова, Мария Шоклева, Олег Якимов, Республика.